Рекомендую вам сервер B16 Sharp 1, на котором я часто играю и на котором можно поиграть со мной. Сервер стоит на хорошем хостинге, а цены в магазине вас приятно удивят. IP и ссылка на группу в описании под видео. Заходи и играй, друже! Привет, с вами B16, и мы тут услышали, что у наших соседей очень серьезный клан Фантомы, кто-то рейдит, и нас это очень сильно удивило. Мы решили посмотреть, кто их там на самом деле рейдит, потому что клан очень большой и очень серьезный. Давай я отвлеку на себя. Там ребята сурово, давай покопили. Прям они жестко там взрывают. Ну, видимо, сильно Фантомы кого-то насолили. Лесовичок, ты где? А ты где? Вот где башенка вот эта? Прыгни, лесовичок! Прыгаю. Вот он я. Ага. Куда там смотреть-то бежать? Ну, они вот на противоположной стороне получается. Вот если ты на эту дом-вышку смотришь, они на противоположной стороне. Мазет убил. Он с бинтами шел. Лесовичок? Ага. Да, вот прыгаю. Это не то время... А, понял. С другой стороны. Ребят, там нормально такая. Она прям у воды. Да, на воде временка у них стоит. Старичок будет на подхвате. Если я уж вдруг кого-нибудь убью, ты его лутай. Ага, ага. Надо ага. Ближе к воде, что ли, отходить. Если вдруг. Вон, смотри, нет. Видишь его? Что? Вон, на доме сидит. А они уже до центра дома. Пускай разбираются. Слушай, ребят, там они серьезные ребята пришли. Угу. Это походу какие-то, не знаю, даже с какого... Ох, там их как много. На доме. Может, какие-нибудь токсики. Ну домик, ой, лесовичок, прыгни. Кто пробежал рядом со мной только что? Так, Вова, если что, меня в рассуд, пускай сам. Я голый, уходи. С дробовиком. Окей. Они очень неграмотный дом просто построили, ребята, у них только с одной стороны защищает. Ну толку, если мы даже их попытаемся там убить, ну и... Не хочу их трогать, пускай они полезное дело делают. Я попробую на рейд пробраться. Они в обе стороны с болтовок работают. Ну я как-то ползу. Не, я вообще говорю. Я инфу даю всего лишь. На отхил пошли. Пока Фантом пытались с нами повоевать. Я ракету отжал, бля. Их рейтить начали походу, поэтому они отступили. Башик, ты где сидишь? Я тебя скину. Да я под забором сижу. Ага. Ты можешь засейвить его до дома. Я вот, видишь где? Вижу. Слушай, а что там такая жесткая пальба идет? Подожди. Я вместе с ними бегаю рыжу. Спрячься в кустах, лесовичок, спрячься в кустах. На, я пойду туда, на. Куда возьми. Ты мне эту ракету даешь? А, ты мне килл сейчас кинул. Это не ракета. Я с ними, ракета! Чё, короче, просто тихонечко забегаешь и валишь фантомов, да? Тихо, спальник надо кинуть. А в чем они одеты? Давайте оденемся так же, как они придем к ним. Минус один. Что там остворится вообще, ребят? Тут можно было поставить. 5 стаков. Че за дичь остворится? Я тоже хочу так. Бэшик, есть красный фантом? Хейры в клан приняли. Да, сходу. А где тут дырка-то забыли? Ай, там пулемет работает, все. Красных нету? Красных? На! Ой, ракета пошла. Подожди. Не чуть-чуть. 4-5. На. Ага, все. Думаю, что там творится-то? Там просто ты бежишь, ну, забегаешь к ним, и они тебя принимают за своего. Меня подсадили и пустили убить чувака с пулеметом. Он там стоит, лутается. Просто, знаешь, так чисто, ребятки, можно с вами пострадались? Да. Но потом чувака, которого я убил, он, наверное, там что-то. А, типа чужой. У меня с пулеметом чужой. Но они без клан тега. Уронил одного нахуй. На вышке. Я бы сразу сам фантом повалил. Ну так какой-то Близзард, ребятки, Близзард такой-то. Баш, я рядом с тобой. Да. Ты просто бежишь туда с факелом? Типа, ты что ли в этом, в красном, и... да? Всё. Да. Ну там ребята жесткие. Там кепка с пулеметом летает. Так, не трогаем, ребята. Втираемся в доверие. Походу фантомы реально кому-то насолили, ребят. Это что-то с чем-то, я не знаю. Что творится тут? Ого, он с пулемета раздает, ребят. У них тут целая казарма. Ай, кепка злая, меня кепка сливает. Ребята, кепку валите с пулеметом. Кепку с пулеметом валите.
Все, я упал. Я упал. Чеппер, я рядом. А нет, я еще живой, Чеппер. Я внутри вышка. Ты внутри? Как там дела? Что ж они такие злые-то все? У меня ракета есть, было бы куда-нибудь шарахнуть-то. Я не понимаю, кто здесь фантом, кто... Чеппер, это я, походу. Чеппер, это ты? Да. Там пулемет, кепка с пулеметом, подожди, готовься, еще заберем ее. Держи кепку с пулеметом. А, залутали только что. Чеппер, чеппер назад, кепку с пулеметом, контроль. Куча вообще всего. В гостях у рейдеров. Чеппер, 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 чеппер. Злыдень. Если аптеки будут, скажи, пожалуйста. Так, Бэш, у тебя что, цена есть? Ценного что, коллаж? Ракета? Держи. Нихуя это вынес, блять. Давай, Бэш, пусти меня, подсаживай, подсаживай. Подожди, чеппер, 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 куда тип левый пробежал? Это фантом. Слышите, давайте, короче, пойдем голыми и с факелами. Будем сразу. Пришел, я в пулову ушел отсюда, блять. Бэш, убивайся. Бэш, убивайся. Чеппер, 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 тут вообще жестко. Жестко, ребята, очень. Я не стал его трогать, оказывается, там левые типы еще сбегали. Да там, знаешь, вообще, там и клан какой-то еще и левый, блядь. Там ЦМН и все хвали, походу. То есть они не сняли. Иван, я уже не знаю, тут весь коридор просто телами усыпал. У меня патронов просто завались. Кстати, ты жив? Живой. Не могу аптеку достать, у меня залагает все. Ребятки, давайте, работаем, работаем, работаем. Здесь просто толпа. Лута немерено. Короче, пацаны. Ребята, тут просто каша, я не знаю, что творится. Что делать вообще тут? Быстрее прикрывайте. Врывайтесь просто и все смело, ребят. Врывайтесь и все. Тут трупы везде. Короче, всюду. Сейчас работает вахта, так что здесь стоит спальник и кровать в радиусе. Ребята, я разбираю, но у меня патроны. Они в кадане. Там двое. Ребят, 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 ребят. Вот сбегает тебе в стены. Я сейчас это. Я бинты кончаются. Это у тебя только походу, у меня идет КД. Он меня подсадил! Стой, я с факелом, я с факелом, стой! Врывайся, врывайся, быстрее, лутай, калаш подбирали чуть. Вам не проработали сейчас. Вы сейчас назад муж здесь. Убей его. Кого его? Я не вижу никого. Там дальше чувак, который по мне стрелял. Тут их много, чуваков. Тут все злые. Надо было нам кепки какие-нибудь здесь, что ли. 9 FPS, 8, 10. Он лутается, лутается, выйди, выйди, вы убей. 4 морф, я тебя не вижу. Ах, меня уронили. А, меня добили. Ну там так. Рипер, рипер какой-то. Там такая толпень. Спальник рядом, пойду забратно. Бля. Это вообще жесть. Ну да, вообще топчик. Там, понимаешь, лагает жестко еще, не поймешь ничего, но я уже не знаю, сколько народу положил там. Эр, ты подобрал калаш, нет? Меня убили. Фантома положил еще кого-то там. Фарш просто, ребят. У меня 10 хп было. Там по мне настреляли. Нормально. Там вообще просто. У меня знаешь, сколько патронов было? Да, Чеппер отдался. Сейчас. Я возле их невременки, короче, буду с факелом бежим. От их невременки. Там прикол в том, что я с факелом бегу, и меня чувак, ну, сначала чекает мой ник и подсаживает меня туда. Но он видит, что не фантом, видимо. А где их невременка, слышишь? А вот напротив стоит взрыв. Напротив дырки. А я не вижу даже где дырка, меня так лагает, что пиздец. Ну бывает. Идем искать дырку. Давай. Ну если как бежать, то она с факел зажигать. Левой стороны. Чувак, просто это. Меня Чеппер убил, спасибо. На подсаде стоит. Чеппер, за что ты меня так? Другой. Куда он побежал? Идем за ним. Смотри, там калаши, может быть, давай. Там трупешников валяется просто. Морф у тебя есть? Там калашист, вон фантом, 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 аккуратно. Можно камнями залупить его. Подожди меня, может на размене сработает. Не, у меня был отличный момент, когда... Помните тогда, вы начали валиться? Я сначала залетаю, минус там один или два делаю. Откуда там ракеты летят в эту будку огромную? И потом еще дверь открывается. Все, они заложили всю стену. Там три или четыре марципана внутри сидело. Просто все полегли. Помните? Там дырку заделали, да? Ну там, как бы, я тоже тогда им держал. Там я тоже таким выбором.
Да, там два типа забежало, ребят, фантомы, может, прибежали, не знаю. Нет, там эти, какой-то клан рок. Да, я просто не видел, что сзади было. Поднял тебя. Ребят, дело в том, что, знаете, тут, ну никак мы не залезем. Там закрыли все. Закрыли. Прессуюсь на спальнике. Давай. Я еще успел тебя поднять. У них турели стоят в некоторых местах. Блин, это давно крепко. В такой заварушке не участвовал. А я сам в такой заварушке давно не участвовал. Жестко так. Ну, там просто все без нас. Полклана как будто бы. Давайте реально времянку парки вместе с Ларисами пошли. Ростовичок, да, у меня пистолет, подожди, я тут сильно не воруюсь. Да. Ребят, давайте регрупп дома и времянку бахнем. Го. Подожди-ка. Там на территории два. Там ребята есть. С другой стороны вообще, на другом берегу фантомы, по-моему, работают по ним. Там очень серьезно все. Дофига, ну. Калашист работает в периметре. Ну я не видел. А, были вроде как, были красчены, были. Так мы могли спокойно на маза пойти. Да. Лол. Че, времянку бахать будем, нет? Может сейчас даже взрывчатку найдете у этих типов. Че, рядом с фантомами времянку бахаем, ребят? Там три человека работают по ним. В общем, башня все. Скоро пойдет. Че, бахнем времянку? Какую? Вот это? Есть. Нет, рядом с фантомами. А-а-а. Ну, вышку. Да, смотри, прикол такой. А, Бэшки, это ты. Ползай, какой, блядь, тихая. Давай я постучусь. Hello. Так, давай, стучи. Hello, open it. Камень на готове. Open the door. Угу. It's me, open the door. Мне кажется, не ты купец. Открывают. Для фана, наверное, ответит все-таки. Открывают. Руби. Есть что? Да ничего нету там. Отлично. Всё. Второй слой. Давай. Сейчас сразу забегай вперед. Недолго не жди. It's me. Блять, нас сейчас закроют. Ничего страшного. Там на той стороне вон народ, в принципе, можно их попробовать пойти убить. Они залутованные. Пойдем. Они вон по ним стреляют. Вон, видишь? Да я знаю, вижу. Давай бежим, тут реально много их. Там без вариков. Где? Я вот он бегу, давай. Манси, как можем. Они на них отвлеклись. Они пока по нам не работают, вот эти, которые с это. О, по ним уже там тоже, похоже, стреляют. Тебе есть что-нибудь там, не знаю, топор, дубина? Нет, у меня есть один этот handmade патрон. Во, сидит. Да вижу, а пайпы нету тоже. Жалко. Давай я отвлеку его. Давай, пробуй. Он увидел нас, увидел? Ах, как больно он меня ранил-то. Калаш что ли? Опа, хедшот. Это сейнсы. А там много залутанных на территории? Прилично. Да. Не, на территории нет, мы сюда вышли, получается. Вот. От нашего дома смотришь левее туда вот. Через воду. Башик, ты стреляешь? Да. Тут еще один вылез за лут. Ну ё-моё, всю малину портит мне. Идите отсюда. Во. Двое. А! О, да, ребята, вот это скилл. У меня еще патроны есть. Я смогу. А нет, патронов больше нет, ребят, все. Но я пытался.